Итак, здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня день защиты детей, вроде праздничный день, но вот как-то непраздные мысли приходят в голову. В который раз я убеждаюсь, что не любим мы своих детей. Я имею в виду общество в целом. Вот буквально вчера, прямо перед 1 июня, столичные жители были шокированы фотографиями из соцсетей. Окровавленное лицо ребенка. Его избил взрослый 40-летний мужчина за то, что этот 10-летний мальчик с его сыном не поделили мороженое. Это что, своеобразный подарок детям на День защиты детей? И это только один случай в одном регионе страны. А как известно, у нас страна большая и подобных историй масса. Мне иногда кажется, что насилие над детьми просто захлестнуло наше общество. Это стало каким-то отвратительно модным занятием. Избивать их, плохо относиться к ним, жестоко наказывать. А сексуальное насилие, которое приобретает уже массовый характер. Причем этим занимаются не только взрослые в отношении детей, но и сами дети в отношении друг друга. Куда катится наш мир? Почему мы так не любим детей? Ведь у них должно быть счастливое детство, беззаботное. Они должны расти в здоровом обществе, в полноценной семье, в заботливом государстве. Что с нашим обществом не так? Может, всему виной то, что многие нынешние родители сами выросли в 90-е, когда на дворе была разруха, большинство населения думало о том, как бы элементарно выжить. Было тяжело не только простым гражданам, но и всему государству. Не до воспитания подрастающего поколения. В то время не было правильных ориентиров, не было нужной государственной идеологии и госпрограмм. В отсутствии поддержки от государства что мы видели? В жизни и по телевизору были совсем другие кумиры. Бандиты, грабители, киллеры. А самой большой мечтой было нарубить денег побольше и свалить куда подальше. И вот теперь те дети, что выросли в 90-е и в начале 2000-х, стали родителями. Что они могут дать своим чадам, если сами выросли в трудное время и видели в основном жестокость и насилие? Ну а что же сами нынешние дети? Что они смотрят в своих телефонах и гаджетах? Как их контролировать, когда негативная информация льется отовсюду? Порой кажется, включи утюг, и даже оттуда будут что-то рассказывать о насилии. И как выжить в этом море насильственной информации неокрепшему детскому разуму? Кажется невозможно. И потому дети все, что видят в интернете, весь тот негатив переносят в реальную жизнь. А многие ли из вас знают, что этот год в нашей стране проходит под девизом «Года детей»? А многие ли из вас знают, какие мероприятия для детей проводятся в связи с этим? О том, что этот год посвящен детям, госорганы и широкой общественности напоминают только два раза – 1 июня и 1 сентября. В остальное время чиновники не вспоминают об этом. И да, в конце года, когда надо распилить и потратить неосвоенный бюджет. Хотя в этом году такой проблемы не будет. Годовой детский бюджет наши чиновники умудрились потратить за первые два месяца. Уже в марте у областных акиматов на работу кружков и секций денег не было. Миллионы наших детей, которые ходили в бесплатные секции, остались на улице. А вы знали, что по закону каждый ребенок должен бесплатно посещать два кружка и две секции? Бесплатно и по закону. И что теперь им делать? Расти по уличным законам? О какой доброте, о каком счастливом детстве, о каких правильных ориентирах можно тогда говорить? Вот буквально сегодня увидел статьи о том, что у нас снижается количество детского суицида и вообще снижается количество преступлений в отношении детей. Вы знаете, я не верю этой государственной статистике. Посмотрите вокруг, почитайте интернет, загляните в соцсети, и вы увидите, что все наоборот. От душераздирающих историй о насилии над детьми волосы встают дыбом. В каком обществе мы живем? Какие ценности прививаем? И потом, сегодня день защиты детей от кого? Получается, от нас, взрослых? Все-таки не любим мы своих детей, не любим и не бережем.